Так, слышно меня, вроде слышно, за штатив. Ну, собственно, как я и говорил, буду начинать делать сорванную крышу, потому что ближутся дожди. И надо успеть ее накрыть. Ну, где я уже показывал. Вот, друзья, поставлю на паузу, потом покажу уже, что конкретно сделал. Вот. Вот здесь это все надо делать. Все сам. Помощников нет. Вот. Ну и в общем, поставлю на паузу. А дальше уже покажу готовый результат. Набил такой брусочек сейчас. Сильно светит. Сейчас сниму телефончик, поднимусь. Вот такой брусочек пробил я. Там лежит доска и к центральным балкам, чтобы поставить уголочки. Вот, и положить потом поперечины. У меня лесов нету. И вот на этом каркасе мне надо собрать леса. Вот. Ну, а потом в будущем, наверное, это все-таки будет навес под машину. Ну, вот так. Сделал леса. Сейчас немножечко увеличу яркость. Все интересно наблюдают. Мне достаточно их будет залезть туда, потом их соберу здесь, фронтончик зашью. Ветер поднимается, не знаю, сегодня успею, не успею, потому что парусность большая у шифера, но он нелегкий. Был бы профлист, конечно, было бы проще, а так, ну, пока что так.